Всем доброе утро. Мы в Джорджии находимся, и мы вдруг заехали на очень интересный флей-маркет. Деревенский. Сейчас мы с вами очень интересно здесь чуть-чуть погуляем, посмотрим, какие тут деревенские жители продают свой товар. Очень здесь интересно вообще все сделано. Вот тут вот как бы основной такой павильон, где мы там купили кое-что. Я потом вам покажу, что мы купили. Вот. А здесь, вы знаете, так все сделано по-деревенски. Такие деревенские дорожки. Какой-то вот... Вот тут вот деревенская, это Джорджия, это прям недалеко от саванны. Город такой саванна. И вот смотрите, тут какие-то трактора стоят такие вот. Видите... Ой, я не знаю даже, как сказать, ржавые, старые, замечательные трактора, машины. В общем, здесь так интересно, сделано из ничего. Такая выставка, люди такие все приветливые, деревенские, так все здорово. А вон там, видите, машина такая, она из тростника выжимает сок. Hello! Ой, из тростника выжимает сок. И мы купим бутылочку такого сока тростникового. Она стоит $6. Такая 0,8 бутылочка. Потом мы зайдем, купим. Вот, а здесь вот такая... Саш, мне так нравится вот здесь. Такие какая-то печка старинная. Самогонный аппарат. Где самогонный аппарат? Вот, бочонок. А, вот это бочка, да? Это самогонный аппарат. Здорово, слушай. Вот тут вот свалка целая такая старинных каких-то вещей. Не свалка, это выставка. Выставка такая. Вот, вот там парень делает сок этот. Потом мы купим бутылочку сока. Зайдем все-таки, я хочу бутылочку сока купить. Вот там. А? Да, мы сейчас купим. Вот там я купила вообще такие отличные статуэточки. Три коллекционных статуэтки всего на $7 я купила. Вот. Вот здесь они. Вот там павильон сегодня какой-то, видите? Шоу Antique Bottles. Какие-то бутылки античные. Вот. Вот здесь это у них производство тростник. Видите, они тростниковый сок делают. Ну, они сок, а потом сироп из него делают. Ой, очень шумно здесь. Ага. Ага, да, это старые-старые. А потом они из этого сиропа, из сока из этого делают сироп. Каким-то образом они его варят. Но это не здесь. Саша, это не здесь, это там надо купить. А мы сейчас идем, знаете, какая-то выставка, видите, ржавые машины тут стоят. Вот вон там вход. Пойдем бутылочки посмотрим. Сейчас мы бутылочки посмотрим, пойдем. Вот, сейчас антикварные бутылки там будут. Люди приехали, я не могу. Сегодня суббота. И они привезли всякие антикварные бутылки. Вы представляете, вот люди чем занимаются. Вот, а я одна хожу с камерой, никого тут больше нету с камерой. Я одна хожу. Вот. О, интересен. Вау, интересен. Смотрите, какие антикварные бутылки тут. Всякие-всякие. Тут $55 или $125. Какие-то прямо они... Саш, какие-то вообще старинные бутылки вот эти вот. Интересно. Ой. Люди, вот выходной день. Видите, чем занимаются интересным? Вот тут посудка какая-то. Мне нравятся всякие вот такие статуэточки. Я... Но тут я ничего для себя не вижу. Вот хрусталь какой-то. Hi! Interesting.
Там, может быть, потом слоников я куплю. Окей, later. Я хожу тут, снимаю как дурочка. На меня смотрят, скажут, туристка приехала. Интересно так все. С ними торговаться, конечно, надо. Вот тут бутылочки всякие. Вот какие-то статуэточки тут я люблю. Так, но это не то немножко. Я потом вам покажу, я купила 30 статуэточки такие. Одну в одном месте купила, а вторую в другом месте купила. Я вот это, они как раз три коллекционные у меня получились, как бы три коллекционных статуэточки. Поэтому вот так вот все хорошо получилось. О, какая, $45 бутылочка, видите? 150. Вот дядечки продают. Вот он приехал на машине и продает здесь. Такие дорогие бутылочки. Вот видите, $85 зелененькая бутылочка. Интересно. Сашенька, пойдем еще вон в тот уголочек сходим и все. Прялка какая стоит. Прялка, да. Вон там прялка. Окей. Интересен. Ну, мы тут уже все почти обходили. Мы сейчас пойдем сироп этот купим, бутылочку, да? И все. Тут вот ничего такого интересного уже в этом уголочке нету. Тут уже вещички какие-то, а там уже никого нету. Сашенька, я, наверное, возвращаюсь. Да? Туда дальше не пойдем, сиропчику купим. Да, и все. Мы сейчас сиропчику купим. Мне что-то так захотелось этого какого-то самодельного сиропа. Что-то я нажала не туда, I'm sorry. Вот. Самодельного сиропчика мне хочется попробовать. Мы такого сиропа что-то нигде я не видела просто. Вот, поэтому как такая статуэточка, я удивилась. Я спрашиваю его, дяденьку такого пожилого, сколько стоит? Он говорит, only $2. Вау, only $2. Вот Сашу заинтересовал вот это вот круг. Старый-старый такой, точилка, да? А сразу, сколько, может быть, нам мы купим его? Вон, видите, какие бутылочки всякие интересные. Номера вон старые, 68-го года. Да, North Carolina. North Carolina. Я там, знаешь, еще слоника одного увидела. Сейчас я просто спрошу, сколько... А? Ага. Слоник там мне понравился. Смотри, какой хороший этот самый. Ну, он такой-то, конечно, этот не, это не из моей оперы. Не из моей оперы. Сапожок такой, карета, сапожок. Ну это для чего-то? Видно, соломка или что-то такое. Ну оттуда может салфеточки какие положить. Короче. Что интересно, конечно. Видите, вееры такие, какой-то веер. Бумажный, старинный. Очень такая дружелюбная атмосфера. Видите, какой-то рубанок. $8. А вот этот рубанок стоит $200. Вот это старинный рубаночек. Интересно. Дедушки собрали у себя весь антиквариант в доме. И Саша по инструменту любит ходить.
А я люблю ходить по этим. Вот там слоник. Он тут маленький какой-то слоник. А, excuse me. Он тут маленький. It's yours? A small, small elephant. A small elephant gray, yes. Yeah. Ah, this is okay, thank you, thank you. Okay. Нет, это он сделан не из того. Okay, okay, thank you. Он сделан не из того, из чего я хотела. Так, ну ладно, мы отсюда пока идем. Да, да. Да. Сейчас пойдем сироп купим, Сашенька, и уезжаем. Все, больше я тебя не мучаю этими флимаркетами здесь. Но в таком, в Джорджии флимаркете, ну просто я первый раз, понимаешь? Интересно очень. А где, в каком? А, Саша, в том павильоне-то. А, окей, ага, я уже запуталась. Мы одни с камерой ходим здесь, и все люди это думают, что это они снимают-то тут. А, мы туристы, облико морали. Вот тут деревенская обстановка, мне так нравится, боже мой. Вот видите, какой прицеп с этими, с макулатурами, с этими, с металлоломом. Вот они что, продают это? А, Саша понимает все это, я не понимаю, какое-то оборудование там. Ой. Так, в том павильоне мы вроде были, да? Там тряпки, нам тряпки не интересны, нам антиквар. Ага, вот тут мы сейчас купим с тобой сироп и все. Заходим, да? Такие красивые двери, в кавычках, деревенские. Так, вот тут бак такой, видите, они сироп варят. Вот они сироп где варят, Саш, видишь? Вот это сок сюда течет, вот сок. И они варят вот этот тростниковый сироп. Да, да. А вот это вот, вот этот сироп стоит вот $6. Стоит вот это вот large бутылка. Я большую, конечно. Ну, так, может, там они продают? А я не знаю, сейчас мы спросим. Сейчас. Тут видите, старинное такое. Но там у них нет, там у них панкейки какие-то. Так, ладно, сейчас, короче говоря, я буду выяснять, где они продают, кому надо денежку заплатить, потому что денежку заплатить нету человека такого. Пусто здесь, бери и уходи, понимаете? Сейчас мы спросим, где нам денежку заплатить. На этом, наверное, я заканчиваю очередную серию. Вот, всех целую, мы едем домой сегодня. Мы уже в Джорджии, в сторону Нью-Йорка едем, короче. Пока, 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 пока.